В выходные сильный снегопад прошел на юге Красноярского края. Мокрый тяжелый снег ломал ветки деревьев и повредил некоторые линии электропередач. По данным МЧС, 9 населенных пунктов Минусинского района были без электроснабжения. Перебой с электричеством из-за сильного снега испытывали также жители Ермаковского и Шушенского районов. В Минусинске упавшие ветки деревьев повредили автомобили. Все коммунальные службы подключились к ликвидации последствий этого природного явления. Как сообщает МЧС края, электроснабжение до сих пор не восстановлено в 3 населенных пунктах. Без света находится в общей сложности около 850 человек. Этот снег, конечно, был первый. Он в этот же день практически весь растаял. И вот уже сегодня дорожные службы убирают последствия. Вот эти вот сломанные деревья и ветки грузят в машины и увозят.